И уж Катя. Это здорово. Ну, есть немного. Ну, посмотри, там какой-то мужик лежит на асфальте. По-моему, он пьян. А, точняк. Слушай, а что ты думаешь о разложении личности? Мне кажется, это когда человек меняет свою внешность на что-то ужасное, и его уже абсолютно не узнать. Но, скорее всего, наверное, прежде он меняет свой внутренний мир, ну, точнее, внутренний морально развивается. Как следствие, это видно и внешне, он перестает за собой ухаживать. Ему наплевать на свою внешность. Внутри он меняется полностью, его не начинают не узнавать друзья, родственники, знакомые. Он отдаляется от них. Как следствие, вот. Да. Я тут представил себе немножко по-другому. Шел провожать подругу домой. И тут в голову, знаешь, чего только не лезет. А главное, ведешь себя как мальчишка, ты все равно идешь и провожаешь ее. А потом, прикинь, вот время вдруг замерло, и вместо меня появляется три парня, девушка, мальчик и собака. А что, хорошее местечко. Да девчонка вроде ничего. Я думал, стоит зайти, разведать, как что внутри. Почему бы мы тут? А как же верочка? А как же 25 тысяч в кафе? А как же то, что мы приперлись сюда, полчаса потратили? Я думаю, надо хотя бы поцелуй. Поцелуй мало. Я хочу к ней. Все, конечно, прекрасно. И вечер хороший был. Но я думаю, стоит поговорить просто. Пойдем к ней и разведаем ситуацию. Чего не понимаю, что за спорт? Кафе мне понравилось, но сейчас я хочу домой. Я думаю, нас это с тобой не касается. Я тоже считаю, что нам пора валить домой. Дома? Вера. Дома теплее. Давайте без соплей. Решаем по-мужски и идем. Я против. Я, конечно, пожалею об этом когда-нибудь. Но теперь нельзя портить момент. Спасибо, прощаюсь. Поцелую в щечку и ухожу. Вот ты уходи, а мы в дом. Эй, постойте. Не стоит разбегаться. Давайте подбросим монету. Если будет орел, то мы пойдем к ней. Если будет решка, то мы пойдем к там. Если монетка исчезнет. Нет, такого не может. В итоге собака поймала монету и все исчезли. Ну пока. Счастливо. Выходи. Я в шоке. Ну да, есть о чем подумать. Мне пора на встречу. Пойдешь со мной? Погнали. Погода будет. Начинает портиться. Надену свое счастливое колечко. Я думал, ты не придешь. Я скучал. Я стал видеть сны, хоть и не сплю. Закрывая глаза, я вижу нас. Мы кружимся, танцуем. Я тоже мечтала, как можно быстрее встретиться с тобой. Я долго наблюдала за людьми. Просто мне казалось, чувствую это что-то такое примитивное и смешное. Но встретить тебя я летаю. И без меня было небеса. Теперь я выше небес. Я в радости, я с тобою. Я тоже с тобой. Знаешь, у нас так не говорят, но...
утром любил. Я скучал. Не буду так любить. Сестры повысили, мама торчит клея. Я тут сейчас занялся бы пару раз. Слышно было. А, да, телефон отключился. Я не заметил, рисовал. Опять? Ай-яй. Вряд ли не поступил в академию искусств. Что подрисовал? Медвежат, они смешные. Подожди, я тут подумал, что я ведь так и не успел тебе сказать. И будешь жалеть, наверное. То есть наверняка буду жалеть, если так и не успею. Просто хочу, чтобы ты знала, я... У тебя все будет хорошо. И у меня все будет хорошо. Вместе. Я думаю, у нас все получится. Никто не знал, что полюбив, мы можем украсть чужую любовь. Но мы ведь все сделали правильно. Мы ведь все вернули в свои места, все позади, и мы снова вместе. Мы вместе. Мы смогли вернуть чужую любовь и сохранить свою. Без особых давлений, бать.
прекращаем по пути к дому противоядие. Помогает лишь утешить на диван.